보인다 루트 스탠드. Кроу, Лук Барстардан Казар. Ну а мы в свою очередь также поздравляем всех болельщиков Барса, всех игроков и, конечно же, тренерский штаб. А сейчас вашему вниманию моменты в этой игре. Викенти замечательнейшим образом играл под кольцом уже второй день подряд. Радует он своих болельщиков на паркете, на Жусан-арене. А здесь также замечательно проходил под кольцо Курочкин Владимир, тем самым принес 2 очка для своей команды. Ну а здесь опять-таки Викенти. Посмотрите, как же он крутится, вертится, несмотря на свой рост. И также успевает делать передачи на Могила, который в свою очередь забрасывает мячи за пределы штрафной. За пределы двухочковой зоны. Рустам Утиген также очень и очень здорово играл в этом матче. Отмечался, как всегда, своими передачами, своим трудолюбием, своей игрой до последнего дыхания. Ну а остальным его партнерам приходилось только помогать ему. Здесь Марат в начале игры был более-менее заметен, но, к сожалению, в конце матча, которая останавливает мяч. Викентьев также отметился несколькими передачами. Также мы должны увидеть сейчас в дальнейшем и трехочковый в исполнении первого номера хозяев. Здесь, как всегда, Викентьев под кольцом. Ну и вот момент, которого я ждал. Викентьев трехочковый. Ну, впрочем, красота. Рогозенко также был заметен во второй половине игры. Ну и, не знаю, можно много говорить о Викентьеве, который сегодня очень, очень здорово отыграл. Также хочется отметить дебют Рабченюка Богдана и Тангиева Тимура. Также очень хороший был и Турлан Сатыбалдиев, который играл всю четвертую четверть. Ну и, конечно же, вся молодежь. Ну и, конечно же, Алена. Таким образом заканчивается у нас эта игра. Не сказать, что она была очень уж такой напряженной, не такой, как вчера. Так как, напомню, во вчерашней игре увидели мы борьбу в первой половине игры. Ну а сегодня уже Барса Атарау, подопечные Тиграна Гикчана, сразу же начали показывать, кто на Жусан-арене хозяин игры. Ну а вы можете также сделать свой выбор, смотря на итоговую статистику игры. По очкам 92-57 в пользу хозяев. По двухочковым броскам впереди сокрушительный перевес в пользу Барсов Атарау. 57% на 32%. По трехочковым 31-21 также в пользу Барсов. С игры было забито 45% мячей у хозяев, 29% у каспийцев. По подборам 40-31, по передачам 22-13, по перехватам 11-7, по блокшотам 2-3, по потерям 13-24, по фолам 27-25 соответственно. Ну и эффективность, по эффективности у нас 109 у Барсов Атарау и 43 у каспийцев. Таким образом, сокрушительное поражение наносят сегодня хозяева Жусан-арены своим гостям, тем самым радуя болельщиков, своего тренера, ну и, конечно же, всех любителей казахстанского баскетбола. А на этом мы заканчиваем. С вами был я, Азамат Токмурзиев, и мой коллега Ислам Кадырбаев. До скорых встреч, друзья, здесь на Жусан-арене.